Диетические блюда все больше пользуются популярностью. Сегодня расскажу, как приготовить диетический салат из моркови. Вкусно, полезно и без вреда для фигуры. Попробуйте. Такой салат подойдет для людей, соблюдающих диету, или просто для здорового перекуса. Готовится он на скорую руку и из подручных ингредиентов. Несмотря на то, что салат содержит совсем немного калорий, он превосходно утоляет голод. Его можно использовать как перекус между основными приемами пищи или подать на обед, ужин. Берите рецепт на заметку. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты, морковь и яйца отварите заранее и дайте остыть. Яйца очистите и нарежьте кубиками. Огурец нарежьте небольшими кубиками. Морковь очистите и измельчите кубиками. Количество ингредиентов должно быть примерно одинаковое по отношению друг к другу. Вкусняшки, подписавшимся. Заправьте салат нежирной сметаной или натуральным йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. Диетический салат из моркови готов. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Морковь 2 штуки, вареная. Огурец 1 штука. Яйцо 2 штуки, вареная. Сметана по вкусу. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Количество порций 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!